Видео подготовлено каналом «Уроки ТВ» номер 485 из раздела «Ось симметрии фигуры». Является ли проведенная прямая осью симметрии фигуры? В первом случае не является. Если бы ось проходила вот так, то являлась бы. Так нет. Понятно, что это фигуры несимметричные. Во втором случае это также не ось симметрии. Если взять вот эту вершину и вот эту вершину, то они несимметричны относительно прямой. В третьем случае является. Эти вершины симметричны. Эти вершины симметричны. И в четвертом случае, естественно, не является. Это абсолютно две несимметричные фигуры относительно данной прямой. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.